опять этот Роллс-Ройс Прегана. Так, ну это, короче, это самый известный подводный ресторан. Самое важное знать, унитазы золотые в Бушерап или нет. Ну и вот тут съемки глюкозы идут вовсю. Ну и тут, конечно, начинается настоящий шоу. Плачут, люди смеются, плачут в том числе даже и персонал. Что у вас тут? Бар? Привет! Привет! Я вам, как человек, поездивший в Роллс-Ройсе не только как пассажир, но и за рулем, я вам расскажу за и против Роллс-Ройса. 6 утра я спустился вниз, и никого, перед гостиницей Бушерап никого, пусто. В это время все спят. А я сейчас поеду в соседний Аль-Насим и оттуда сниму рассвет. Как солнце встает над Бушерапом. Должно быть восхитительно. Короче, не дождался я, пока солнце осветит Бушерап. Пойду на завтрак. Сколько тут? Полтора часа сижу, а ничего не меняется. Черт! Не может быть! 30 секунд! Я собрал всю технику, начал уходить, и посмотрите, солнце осветило Бушерап, а я уже все ушел с той точки. Обидно. Вода сейчас в Персидском заливе 23 градуса, и поэтому практически никто не купается. Но спасателям-то работать надо, и спасатели здесь, смотрите, как работают. Сидят на лодочках, на вот этих вот сапах, и контролируют, что если вдруг кому-то станет плохо, чтобы они быстрее могли добраться до этого человека. Да, и еще, обратите внимание, сейчас, что в Бушерап нету свободных номеров, полная загрузка, что во всех этих отелях вокруг, потому что сейчас самый сезон в Дубае, и посмотрите, насколько пустой пляж, то есть здесь все рассчитано таким образом, чтобы даже при полной загрузке не создавалось ощущение, что вы на пляже в Анапе. Сейчас у нас будет экскурсия по Бушерап, мне поможет Катерина, которая на русском языке нам все-все здесь покажет. Катя, рассказывайте. Добрый день, добро пожаловать в Бушерап. Так, а здесь сегодня будет индийская свадьба. Прилетает 3 самолета из Дели, 600 человек. Вот у них какие стулья, столы, тарелочки. Все это на фоне, сами понимаете, чего. Блин. Мы находимся на нашей небезызвестной террасе. Тут недавно открыто, менее года назад. Терраса принадлежит только отелю Бушерап, и только наши гости могут здесь, соответственно, отдыхать. Здесь два бассейна. Один вот этот вот, он с пресной водой. А второй бассейн вот там вот, он со соленой водой. Ну и вот тут съемки глюкозы идут вовсю. Обратите внимание на песок, который у нас расположен между двумя бассейнами. Для удобства гостей песок привезен из другой страны. То есть песок завезен из Марокко, и он обладает отличным свойством не прилипать к ногам. Как это? Раз такой песок бывает? Также, если гости хотят уединиться, у нас здесь есть возможность снять кабаны. Всего в отеле 32 кабаны. Стандартные, а также роял кабаны. Каждая кабана обладает батлер-сервисом. Заказать еду, сделать массаж кабане, душ, санузел. Все по запросу гостя, все в кабанах имеется. Мне стало лень идти в ресторан, я заказал прямо в кабану ланч, и вот мне его притащили. О, ща все съем. That's for me, thank you. Я буду есть лобстера и рыбу. Я очень голодный. Я поел в кабане, наелся, мне хорошо, а Димка пошел в новый ресторан, который здесь открыли на террасе, называется Скейп. Как Escape, только без Е в начале. Вот этот ресторан, можно сидеть на улице, но он почему-то решил сидеть внутри. Понятно почему, он же с ребенком. Что вы едите? Это Аня, она сейчас расскажет, что она ест. Да, я ем сибас. Так. Морской окунь. Это с сезонными овощами и картофельными. У тебя что, меню на русском было? Конечно. Нет, ну я прочитала сибас. И что, принесли меню на русском? Тут есть меню на русском? Я попросил официантку, которая могла бы нам объяснить. Потом она пришла, говорит, а зачем я вам буду сейчас объяснять, если можно на русском меню. Это мой стрик. Ух ты. Что, я люблю? Все красиво. Ну вообще. Everything good? Everything good? Thank you. Okay.
Ну ладно, закажи, классно. Ладно, я-то уже поел, мне уже легко на них смотреть. Пошли кухню посмотрим. Hello. О, это делают лобстера, как у меня был. Вкуснейший, вкуснейший. Drink? Там не выдают. Ладно, в общем, вот такой клевый ресторан. Оставлю ребят, пусть они тут спокойно едят. Здесь у нас лобби, магазины. Очень дорогие. Я как-то хотел себе купить здесь футболку и понял, что я обойдусь. Значит, вот эту вот статуэтку, она из стекла Сваровский. Подарил Сваровский Буш-Аль-Арабу в честь своей дружбы с Буш-Аль-Арабом. Поскольку сейчас, на данный момент, мы стоим напротив входа в наш всеми известный рыбный ресторан, не хотели бы его посмотреть? Очень. Так, заходим внутрь этой подводной лодки. Так, Катя, заходи со мной. Спасибо. Всего лишь настоящие кристаллы. Всего лишь настоящий горный хрусталь. Ну, я понимаю, да, для Буш-Аль-Араба это так. Здесь наши хосты по вечерам встречают гостей, которые только-только. Я знаю, меня вчера встречали. Как вам понравилось? Мне очень понравилось, очень вкусно. Ух ты, оттуда открыли? Открыли новые террасы. Хотите посмотреть? Да, пожалуйста. Я не был тут. В прошлом году у нас этой террасы здесь еще не было, потому что отель прошел полную реновацию. Мы очень сильно ждали нашего нового шефа, который приехал к нам в сентябре прошлого года из Великобритании. Зовут его мистер Нейтан Аутло. Открыл уже не один ресторан и владеет двумя звездочками Мишлен. Обновили интерьер и обновили настолько глубоко, что поменяли даже кораллы внутри аквариума. Теперь они куда гораздо более яркие. А я заметил вчера. Про русалочку. Это бар при ресторане, где можно вечерком посидеть, освежиться, либо подождать своего времени, если ты на гости пришли заранее. Так, ну это, короче, это самый известный подводный ресторан. Особо душещипательно выглядят картинки, когда здесь делают предложение. У нас есть возможность заказать дайвера. Так. Как вы уже, может быть, заметили, все столики для двоих, они расположены непосредственно рядом с аквариумом. Дайвер подплывает к столику, заранее обозначенному, подплывает с табличкой «Would you like to marry me?» «Выйдешь ли ты за меня замуж?» Ну и тут, конечно, начинается настоящее шоу. Люди плачут, люди смеются, плачут в том числе даже и персонал. То есть это все выглядит очень мило. Очень трогательно. Безумно трогательно, но дайверы постоянно шутят, чтобы, ребят, сделайте как нибудь, чтобы у нас видимость в аквариуме была получше, потому что если ошибусь столиком... Да-да-да. Добро пожаловать, это самый высокий ресторан в Дубае, да? Который находится на 27 этаже, в так называемом закрытом конверте с обратной стороны отеля Буш-Аль-Араб. Так, здесь еще сейчас ничего не работает, все только готовятся, но давайте я вам покажу вид, по крайней мере, отсюда. Вид шикарный, значит, вид на пальму. Что у вас тут? Бар? Привет! Ладно. Бар на 27 этаже. Называется «Золото на 27 этаже». Он весь золотой, но, конечно, основное его достижение – это вид, опять же. Вот, самая красота вот здесь. Вот в прошлый раз мы здесь сидели, коктейли молочные пили. Золотом настоящим. Значит, там вдалеке Буш-Халифа видна. Здесь внизу Джумейра Бич Хотел. Мое оранжевое отражение. Так, вот новый отель Аль-Наси. А вот это вот вертолетная площадка. Там сейчас приготовьтесь. Мы... Ой, падаем! Вот террас. Прибыли. И какой закат сегодня, а? Все из этажей, где проживают гости, оснащены персональным отдельным ресепшеном на этаже. Так, это вот бизнес с копиром. В каждом номере есть чайные принадлежности и кофемашина. Конечно же, они будут бесплатно пополняемы ежедневно.
Так, что тут за золотые телевизоры? Обратите внимание на золотые кнопки. Это как признак того, что бывший раб очень тщательно следит за деталями. Телевизор золотой? Вот, ну сам телевизор, то, что декорировано, это да. Это золото. Ну ладно, пойдем унитаз смотреть. Самое важное знать, унитазы золотые в Бушераб или нет. Нет, обычные, абсолютно фаянсовые. А вот вся фурнитура, вся золотая. Причем очень прикольные кнопки слива. То есть просто вот раз и полилось, зажурчало. В каждом номере у нас есть такие небольшие золотом декорированные панельки, на которых можно видеть уровень света. Темно, темно, ничего не видно. Можно сделать ярко, можно сделать послабее. В зависимости от того, как нравится гостям. Часы в виде проекции, уже смотрите, 6:15, скоро пойду ужинать. Люстра в каждом номере. Значит, лестница. Мы поднялись по вот этой лестнице на второй этаж. И здесь у нас гардеробная, душевая. Гигантская комната, все стоит всегда для него и для нее. Тут Бушераб не мелочится, и у него полноразмерный Гермес, духи, одеколоны, афтершейвы, все для мужчин. Для женщин тоже полностью весь набор, душка, там, шампунь, кондиционер, все Гермес. Заходим сюда. Тут что-то стоит только женское почему-то. Так, ну и напротив этой маленькой душевой спальня с чудесным видом и выезжающим телевизором. Я знаю, что сейчас нельзя так делать, но я лягу. Ох, и вот так вот лежишь, смотришь вверх и спишь. Так, сейчас покажем вам, как телевизор вытаскивается. То есть для тех, кто прям хочет смотреть телевизор вместо моря, да, можно, конечно, его достать. Но вообще лучше убрать, не нужно. Да, сложно мне что-то делать вам экскурсию, потому что Катя здесь каждый день. Я здесь уже пятый раз все знаю, и как бы даже и удивляться сложно. Потому что, ну, как уже живешь тут постоянно, все знаешь. Надо бы, конечно, найти было кого-то, кто первый раз, и ему делать эту экскурсию. Но все равно, надеюсь, вам было интересно. Приезжайте в Бушераб. А давайте мы спросим у Лены. Значит, Лена здесь с нами. Лена, скажи, пожалуйста, какие за и против того, чтобы жить в Бушераб? Первое, самое главное, Бушераб навсегда. Бушераб всегда был, есть и будет иконой Дубая. Поэтому... Согласен, это символ Дубая. Это первая причина того, чтобы в нем остановиться. Огромное достижение Бушераба после 15 лет его существования в Дубае было открытие Бушераб террасы, да, которую вы уже увидели и успели посмотреть. Терраса чудесна, но... Это единственная в своем роде платформа. Такой больше нигде в мире. У нас очень много ресторанов. Абсолютно. Сколько? 9 ресторанов. 9 ресторанов. Короче... Не проголодаетесь. Так. Да, то есть это гостиница, в которой вы можете приехать, остановиться и никуда не выходить в течение 10 дней. Короче, Лена не знает, она здесь просто никогда не жила, поэтому она не знает главного вообще за то, чтобы остановиться в Бушераб. Главный за – это сервис. Здесь вас будут любить, вас будут носить на руках. Что бы вы ни попридумали, что бы вы ни попросили, здесь нету слова «нет». Вам обязательно это сделают и выполнят ваше пожелание. Может быть, это будет стоить дорого, но вы же понимаете, что желания не дешевые. Поэтому... За здесь огромное, гигантское, а против, ну есть против. Нет, против. Дорого. Ну, дорого. Ну, не бюджетно здесь совсем. Но если хотите роскоши, то это выбор номер один. Красота Бушераб. Требует жертв. Да. Приезжайте. Короче, тут нужно гуляет какая-то фирма Форрема, которая хрема и золое делает. И наши девчонки концерт им устраивают! Сейчас
В этот раз Rolls-Royce вообще просто нулевый, муха еще не сидела. Такое ощущение, что вчера из автосалона. Знаете, здесь в Rolls-Royce мне выдали меню с музыкой. Говорит, сэр, какую музыку вы предпочитаете? Выберите, пожалуйста, мы вам ее поставим. Даже не знаю, что выбрать. В тишине посижу. Буду наслаждаться работой двигателя. Так, что еще тут у меня есть? У меня есть свежая пресса. Есть столик. Видели, как он раздвигается? Ну и здесь, смотрите, у меня есть свой кондиционер. Я могу себе выставлять. Есть. А, это вот управление кондиционера. Могу выключить музыку и могу открыть стекло. А еще водичка есть. Сейчас я минуту поеду так, как будто я просто вообще каждый день езжу на Rolls-Royce. Так. Опять этот Rolls-Royce передали. Пригнали. Так, давайте я вам, как человек, поездивший в Rolls-Royce не только как пассажир, но и за рулем, а я однажды ехал за рулем Rolls-Royce из Питера в Москву. Я вам расскажу за и против Rolls-Royce. Какие у Rolls-Royce за? Безусловно, это один из лучших автомобилей, которые когда-либо создавались. А внутри этого автомобиля... Ох, ё, погодите. Это Дубай, детка. Да, вот такие машины тут ездят по улицам. Так, вернемся к за. Безусловно, это один из лучших автомобилей, когда-либо создаваемых в мире. В Rolls-Royce вы ощущаете себя не как в автомобиле. То есть такое впечатление, когда вы за рулем Rolls-Royce, что вы сидите у себя дома на диване, на кресле, в кресле чудесном, очень удобном, эргономичном. И при этом вокруг вас находятся огромные жидкокристаллические панели, которые в ультра 4К качестве показывают вам то, что происходит за бортом. То есть у вас нет ощущения, что вы едете в машине. У вас есть ощущение, что вы сидите дома в кресле, и весь мир едет вокруг вас. То есть он просто проносится вокруг вас. Очень мягкая подвеска. Вообще, то есть я ехал когда из Питера в Москву по ямам, ощущение, как будто я еду по МКАДу. То есть вообще не... При том, что дорога тогда была еще не отремонтирована. Про статус надо не забывать, да? То есть, когда ты выходишь из Rolls-Royce, сразу все понимают, что ты вышел не из Лады Приора, а из Rolls-Royce. Это для тех, кому важен статус. Автомобиль очень кастомизированный, то есть он сделан конкретно под владельца. Нету двух одинаковых Rolls-Royce никогда. То есть каждый Rolls-Royce делают под конкретного владельца. И владелец сам заказывает себе цвет, все, включая вот из какого материала будет сделана вот эта вот ручка и как она будет здесь вот висеть. Все можно настроить под себя. Для пассажира тут созданы все условия, тут просто даже и обсуждать нечего. Это лучшие условия, которые может получить пассажир. Ну и теперь против. Ну что, мы с вами в мире роскоши, и все, что я сейчас пытаюсь сделать за и против, есть куча за и никаких против, кроме одного. Дорого, блин. Не каждый к себе может на студенческую зарплату позволить купить себе Rolls-Royce, к сожалению. Но если вы хотите лучшего, и если вы готовы за это платить, то Rolls-Royce именно ваш выбор. Thank you. Ну и вот мой Rolls-Royce, на котором я приехал, уезжает. Пока! А теперь, так как виза не нужна для россиян в Дубае, я не буду, как обычно, сидеть эти 8 часов в аэропорту Дубая, а съезжу в город. Физкультура, обед и самое главное, бассейн с прозрачным дном. Все это вернусь и вылетаю в Москву. Увидимся в следующих сериях.